Как избавиться от страсти, если исповедь не помогает? Вы знаете, к сожалению, часто исповедь становится формой. Требуется это покаяние, то есть раскаяние в том, что мучает мою совесть. Покаяние в чем заключается? Вы посмотрите, вот раскаивается человек, вот украл, и он когда раскаивается, все, больше я никогда этого не буду делать. Вот что такое покаяние. Покаяние заключается в том, чтобы человек принимал решение, что я постараюсь, насколько мне хватит сил, больше не повторять этих вещей. Вот же что такое покаяние это. А очень легко превратить покаяние в форму, формальность. И вот очень часто, а формальность как? Перед Богом я не могу формальность, а вот перед священником могу. Подошел под епитрахиль, да, а то еще с таким листом бумаги, и зачитал. Я уже иногда иронизирую, просто, наверное, нехорошо, не знаю, говорю, вот этот листочек, пока, батюшка, ты пока почитай, я пока в магазин сбегаю, это мои грехи, почитай. Можно превратить формальность, исповедь, тогда как она поможет? Конечно, ничего не поможет. Бога не обманешь же, совершенно же очевидно. Он-то видит, как ты действительно раскаиваешься и хочешь больше не повторять этого. Или ты просто, как попугай, повторяешь то, что уже тебе давно известно, и любому священнику известно. Так вот, посмотрите, Иоанн Кронштадтский, как он в своем дневнике пишет, как он каялся. У него это очень интересный дневник. Опять я разозлился на этого, вот такой так, пишет, опять я разозлился. И опять я обратился к Богу моему, Господи, прости меня, что же я делаю? И вновь ощутил пространство в душе своей, пространство освобождения. И так его дневник прям наполнен. Вот вы знаете, святой же человек, он святой, но он не преподобный. Это не те преподобные, которые освобождались от страстей. Нет, у него, посмотрите, и осуждение, и гнев. И помню, зависть, этот сказал слово такое мирское. Мирской какой ты сказал такую проблему, я позавидовал. То есть у него все это было, но посмотрите, как относился. Вот это да, конечно. Вот оно, что такое раскаяние, вот что такое покаяние, вот что такое действительно исповедь. А если это формальная исповедь, то, конечно, она ничего и не поможет. Вот как нужно молиться, чтобы освободиться. Только в таком случае, понуждение себя, покаяние, тогда действительно человек сможет постепенно освобождаться от этих грехов.